Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Добро пожаловаться. Я хотела спросить, вы слушаете меня, да? Да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте, я по такому поводу. Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принят? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Добрый господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Но вопрос у меня будет, господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги просили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Всем доброго дня. Начинается программа «Добро пожаловаться». Я напомню, что телефоны прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9. Можно писать в WhatsApp. Здесь номер другой 2-3-0-6-1-9-1, 2-3-0-6-1-9-1. На ваши вопросы, связанные с коммунальным хозяйством, отвечает председатель правления Центра консультации собственников квартиры Домоуправления БАКа-2 Сергей Сидорко и специалист с опытом управления домохозяйством, включая Региснаму Парвалдникс, Айвар Гонтарев. Здравствуйте, доброе утро всем. Доброго доброе дня. Утро. Доброе утро. У нас уже пришел вот вопрос перед передачей на номер, еще раз напомню, 2-3-0-6-1-9-1. В передачу «Добро пожаловаться». Просим пояснить важность балансировки системы отопления дома и вообще, что такое динамическая балансировка. Поясните, пожалуйста. Ну, если мы говорим о важности балансировки системы отопления дома, что значит балансировка? Балансировка – это один из балансирующих оборудований, это один из инструментов, при помощи которого тепло по дому можно распределять или пытаться распределять равномерно. То есть таким образом, чтобы каждой квартире хватало тепла, и это тепло или температура в квартирах не отличалась очень радикально. У нас на сегодняшний день, когда не сбалансирована система отопления, часто бывает картина такая. В одной из квартир или помещений бывает 16-15 градусов, а в других 24-23. И вот система балансирования любая, или статическая, или динамическая, она призвана для того, чтобы ограничить потоки тепла туда, куда это не надо, и подать тепло туда, куда это надо, не потребляя внешнего, ну, не увеличивая потребление внешнего тепла. Беда заключается немножко в другом. Мы можем при помощи балансировочного оборудования отбалансировать стояки. Но внутри стояков тоже существует дисбаланс, то есть стоят радиаторы разные конструктивы, разной мощности. И поэтому требуется более тонкая регулировка еще от каждого радиатора. Это что касается балансировки. Что такое динамическая балансировка? У нас есть в отопительной системе, мы можем применять следующую регулировку подачи тепла по стоякам. Первое – это мы балансируем обычным механическим вентилем, но специально калиброванным, так называемым балансировочным вентилем. В этом случае поток теплоносителя в стояк будет постоянный, тот, который задаст специалист при регулировке системы. Это так называемая статическая балансировка. То есть вы один раз выставляете, и после этого поддерживаете установленный поток теплоносителя в данный стояк. Второй вариант, когда вы устанавливаете, модернизируете систему отопления и устанавливаете на каждый радиатор регуляторы подачи тепла. Они имеют автоматические головки, и поэтому каждый радиатор там постоянно меняет свой поток, который он проходит через него. Там головка движется, открывая, закрывая. Поэтому в этом случае необходимо устанавливать клапана или
вентили балансировочные, которые могут реагировать на постоянные изменения ситуации внутри стояка. И такое оборудование есть. Это более точное, более тонкое регулирование, более адекватное текущей обстановке и более эффективное регулирование. Оно называется динамическим, потому что оно реагирует на текущее состояние отопления в данном стояке. У нас, между тем, есть звонок на номер 67213-93-9. Здравствуйте. Доброе утро. Будьте добры, у меня три небольших вопроса, они связаны между собой. Все по поводу экономии тепла. Значит, первый вопрос. Я услышала по радио, что якобы Регоснаму Парвалнекс предполагает в этом отопительном сезоне снизить температуру в помещениях на 2 градуса. Слышали ли вы об этом? И если это действительно так, то до какой температуры у нас будет снижено в помещениях? Второй вопрос. Какова должна быть температура горячей воды, которую мы получаем из крана уже в квартире? Допустим, это могу сказать по просьбе одной моей знакомой, задаю вопрос. Значит, она утверждает, что настолько горячая вода, если кран горячей воды открыть, то как кипяток она пользоваться не может, надо разбавлять. И в эту тему третий вопрос. Те работники, наверное, Силтум Сервис, да, которые обслуживают такой дом, они обязаны ли сами смотреть, что они подают в квартиру, а не только, значит, полагаться на то, что если кому-то что-то не нравится, то звоните, и тогда только мы посмотрим. Спасибо. Попробуем ответить, наверное. Первое, относительно снижения температуры. Есть норматив латвийский, многоквартирные жилые дома. И там сказано, что температура в квартире, в жилом помещении не может опускаться ниже 18 градусов. Это, так сказать, это, можно сказать, так, нормативная средняя температура по дому. Поскольку мы перед этим отвечали вопрос о балансировке, то я просто скажу, что если мы настроим сегодня температуру подачи теплоносителя в дом такую, чтобы в жилом помещении в каком-то было 18 градусов, это не факт, что везде будет 18. Это вполне может быть, что в одном будет 15, а в другом будет 22. Такие случаи сплошняком. Поэтому, когда домоуправление любое, не только Регионального парка, сейчас многие будут заявлять о том, что будут придерживаться температуры близкой к нормативу, то есть среднюю температуру по дому пытаться сделать так, чтобы было не более 18 градусов в цели экономии, значит, соответственно, появится неудобство, наверняка появится неудобство отдельных квартир. Поэтому придется работать в контакте и потом регулировать систему подачи так, чтобы человек не страдал, ну, из-за дефектов системы отопления и того, что мы не отлаживаем. Это первое. Второе. Относительно подачи горячей воды. Основной норматив говорит о том, что расчетная температура горячей воды должна быть, но я повторяю, это проектная расчетная температура 55 градусов из крана. При этом сразу идет оговорка, что эта температура достигается через некоторое время, которое зависит, а в само время зависит от удаленности крана от источника тепла. То есть чем дальше вы по стояку находитесь, тем дольше у вас будет идти прохладная вода, пока не нагреется вся система. И относительно того, что очень высокая температура. Сегодня, опять-таки, есть норматив, который требует, чтобы обслуживающая организация держала температуру горячей воды на выходе из теплообменника не ниже 57 градусов. Это очень высокая температура. Для многих людей с повышенным порогом чувствительности это вообще будет казаться кипятком. Делается это якобы для того, чтобы предотвратить развитие легионеллы в трубопроводах. Вопрос спорный, но сегодня это именно так. Мы имеем практику
до принятия этого решения, когда мы подавали горячую воду в те часы, когда не наблюдалось большого разбора порядка 48-47 градусов, а в моменты подачи, когда идет разбор, 52 градуса, и это вполне устраивало людей и позволило по сравнению с нынешним периодом на 10-12% сократить потребности тепла и, соответственно, счета за горячее водоснабжение. Вот кратко. Попытка ответить на три вопроса. Еще... Павел что-то может добавить по поводу? Нет, хорошо. Просто пришел еще один вопрос. Опять-таки по поводу динамической балансировки. Требует ли установка динамической балансировки значительных финансовых вложений? Примерно какого это размера? О каких суммах идет речь? И есть ли в домах кооператива БАКа-2 динамическая балансировка? Есть. Первое, что скажу, есть. Цены я могу назвать только давние, то есть года 2-3 назад. Было же порядка на 60-квартирный дом порядка 6 тысяч примерно стоимость установки. Эффект в основном достигался, как я уже неоднократно говорил, в переходные периоды. То есть в те периоды, но это естественно все дома в БАКе-2, которые имеют эту систему, они же и имеют модернизированную систему внутри дома. То есть все радиаторы на регуляторах стоят и, соответственно, еще плюс к этому компьютер, который отслеживает температуру. Но она работает как? Там стоит в подвале вентили балансировочные с приводом. То есть они имеют возможность открываться, закрываться. И температурные датчики. И получается так, что постоянно идет мониторинг температуры на стояке. Как только температура на обратной ветке начинает подниматься, вентиль тут же прикрывает подачу. И эффект очень хороший. Еще вот такой вопрос, действительно, вот об источниках финансирования на ремонт дома, что есть такое опасение, люди боятся перенимать дом именно из-за того, что считают, что именно тогда придется самостоятельно платить за ремонт, а так, дескать, ремонт происходит за счет домоуправления. Так ли это? Ну, вообще-то у домоуправления денег нет. Все деньги, что есть в домоуправлении, это деньги клиента. Они эти деньги мы получаем, как любое домоуправление, независимо от принадлежности. Кто собственник, мы получаем деньги на три основные цели. Первое – это на текущее обслуживание. Второе – это на оплату текущих коммунальных счетов, то есть тепла, воды и так далее. И третий денежный поток – это накопление на капитальный ремонт. Собственно, исходя из этих денег, мы все и делаем. У нас собственных денег нет, таких, которые бы позволяли бы производить какие-либо значимые ремонты. Так что вы можете бояться, можете не бояться, но если... Каждый дом имеет, все равно имеет отдельный учет и отдельный баланс, и известно, сколько денег накоплено на ремонты. Дальше там идут вопросы о перенаправлении временных денежных потоков, но это уже немножко другой вопрос. В принципе, каждый дом существует в любом домоуправлении или должен существовать полностью экономически независимо. А вот если говорить про накопление на капитальный ремонт, вот выполняется ремонт только когда ну, на счетах собирается определенная сумма, то есть не может быть такого, что начинается ремонт, а, скажем, у жильцы еще не накопили необходимую сумму на этот ремонт? Ну, такая ситуация, если не определенный источник финансирования, чтобы кто-то начал делать ремонтные работы, для меня это нонсенс, потому что строители не ждут, они требуют денег сразу. Другое дело, что в крупных домоуправлениях люди на свои накопления там аккумулируются, и поэтому временно можно перенаправить потоки. Ну, допустим, у дома А в данный момент нет необходимости производства ремонта, а у дома Б есть там недостаток средств. Но можно часть средств, это чисто оперативное управление деньгами. Все равно деньги остаются за каждым домом. И дом без определения, без принятия решения об источнике финансирования ремонта не получится. То есть надо принимать решение либо увеличивать отчисления, либо гарантировать возврат, либо брать взаймы.
А вот, ну вот здесь можно ли вот немножечко поподробнее вот увеличивать отчисления, как это делается, то есть нужно ли проголосовать? Через собрание, да? Голосование. 51% должен проголосовать. Что мы вносим вот в счет этого на ремонт? Устанавливается по взносу в накопительный фонд, ну, допустим, было 20 центов, а сейчас 50 центов. Ну, примерно такое решение. И тогда деньги начинают... Тогда деньги можно законно выставить, и тогда они... То есть это, скажем, собирается собрание, общее решение, там, ну, во всяком случае, большинства. А вот если что такое гарантирование, вот, каким образом? Ну, как гарантирование, видите, мы можем принять решение, что вот произвести ремонтные работы на такую-то сумму при условии, что эти деньги будут, ну, собраны в накопительный фонд. То есть я говорю, у нас в кооперативе бывают ситуации, когда у одного дома лежат в данный момент свободные средства на ремонт, а у другого их не хватает немного. Люди принимают решение о том, что они принимают планы производства ремонта и гарантируют возврат этих денег. И тем самым они гарантируют возврат этих денег в кассу кооператива и, соответственно, на счет того дома, у которого они. Ну, примерно такое решение. Опять-таки, это должно быть общее решение собрания. Это собрание дома. Угу. А что был за третий вариант? Я вот как-то его упустил. Кредит. А, кредит. Кредит. Можно сейчас, и, насколько я знаю, и агентство «Алтум» дает кредиты на ремонтные работы, на модернизацию. И банки иногда тоже дают кредит. А каким образом это тоже вот происходит? То есть, процедура индивидуальная, в зависимости от того, через кого вы берете. Там есть целая процедура, какое решение, каким количеством голосов, как подтверждается. Там уже кредитодатель уже начинает выставлять свои условия по форме и содержанию принятия решения. Там, если вы берете через «Алтум», у них своя процедура, как это решение готовится, как оформляется, как принимается. И банки тоже, они когда рассматривают вопрос о кредите, они дают специальные формы, как это все должно быть. Это индивидуально. Просто получается, кто затем выплачивает этот кредит, то есть это какой-то... Собственники квартиры. То есть они как вместе, совокупно. В любом случае, каждый месяц через накопительный фонд собственники квартиры. То есть там весь вопрос в том, откуда взять деньги. Или их накопить, но в условиях нашей инфляции накапливать – это вообще безумное дело. Ты будешь накапливать с потерей 20% накопленного сразу. Ну, скажем, как сегодня происходит. Ты внес в кассу евро, вот я уже по факту на строительной работе 80 центов моментально. И с каждым месяцем эта твоя сумма внесенная, она уменьшается. Поэтому кредитование сегодня становится достаточно актуальным. Если делать большие работы, то, скорее всего, рациональнее применять кредит. А если вдруг, ну, я не знаю, вот потом кто-то из жильцов дома уезжает, продает квартиру... Эти обязательства переходят к следующему жильцу. То есть... Потому что это на самом деле собственник, который, независимо от того, собственники приняли сегодня решение сделать крышу. Через 3 года половина уехала. Но вторая половина-то этой крышей пользуется, а ремонт не оплачен. Так что они продолжают его оплачивать. Вполне нормально. Они же не платят всю сумму снова. Они продолжают оплачивать и компенсировать те затраты, которые были произведены предыдущими собственниками. Это без проблем. Так, тут продолжают нам писать, еще все-таки... А, ну, сначала мы примем звонок, 67212-93-9. Здравствуйте, добрый день. Доброе утро. Господин Сидор, как вам вопрос? Вот чисто юридически, вот вы там обслуживаете кооперативные дома. А чем они юридически вот отличаются сегодня кооперативные дома и полностью приватизированный дом? Спасибо. Я могу ответить вам так. Кооперативное общество собственников квартир ничем не отличается от любого другого коммерсанта. Сегодня закон нас приравнял. То есть мы, как обслуживающие организации, такие же коммерсанты, как РНП или какая-то частная компания. Дома отличаются только тем моментом приватизации. Если дома
старых советских кооперативов. Тут есть нюанс, потому что есть кооперативы, которые создавались после 95-го года. В результате проведения приватизации мой кооператив, он еще был создан в 76-м году, но дома были приватизированы раньше, а больше разницы никакой нет. Мы, как обслуживающая организация, такие же коммерсанты, просто у нас, поскольку состав собственников, это чисто собственники квартиры, они имеют возможность влиять на нас, больше получать от нас пользу в виде сервиса за адекватные деньги, чем ставить перед нами цель получения прибыли, скажем так. Они больше вот на это. Поэтому наши цены, может быть, иногда немножко меньше, и, может быть, у нас немного выше связь. Так отличие. Пришел еще, значит, вопрос. Есть ли резон устанавливать динамическую балансировку в доме, где еще нет индивидуальных распределителей тепла, то есть аллокаторов? На аллокаторы сами по себе ни на что не влияют, они это просто учитывают. Я хочу еще раз подчеркнуть, не надейтесь, что вы поставите счетчики на существующую систему и что-то вы выиграете. Нет. На самом деле нужно модернизировать систему. Но системы, которые при помощи которых делается такая статическая балансировка, есть. Поищите. Я не хочу заниматься рекламной передачей, но есть известные фирмы, которые предлагают сегодня балансировочные системы с настройкой, которые могут в какой-то степени улучшить вашу ситуацию. Так, ну а вопрос следующий связан с самоуправлением в Риге. Выделяют ли средства на ремонт домов? Слухи ли это, или это можно действительно претендовать на какое-то софинансирование? Я не в курсе. Айвар, может быть, ты слышал? Нет. То есть пока... Была попытка через Рижское энергетическое агентство что-то там выделять, но я сейчас не в курсе. Ну, то есть там вот эти какие-то, говорили же, что будут помогать энерго делать эффективными дома, что-то для повышения энергоэффективности, для ликвидации аварийных домов, там какие-то будут выделяться деньги для кого-то. Ну, я не в курсе таких программ, чтобы они были активными, ну, чтобы они были большими. Они были заявлены параллельно в Риге, были две программы. Одна была по историческим центрам, восстановлению фасадов и освещению фасадов. Другая была вот реально запущена на энергоэффективность и устранение аварийных работ. Как эта программа работает, мне лично неизвестно, так как там порядок ее был такой очень странный. Если у тебя есть аварийная работа, ты должен ее заявить в этом году, чтобы выполнить следующую. Это аварийная работа, ребят. Там оборот и цикл рассмотрения документов должен быть другой. Потому вот я конкретно вот реально не слышал, чтобы кто-то что-то про эти программы провел. Ну вот можем собрать информацию и там попытаться узнать до следующей передачи, жива еще эта программа или нет. Раньше она была, и она работала. Уже были проведены определенные работы, но это было при прошлой власти, так сказать, в Риге. А если вообще вот люди заинтересовались, куда им обращаться? Вот идти в самоуправление, куда, кому конкретно говорить, что вот так и так, вот мы бы хотели получить софинансирование? Можно. Это все на страничке Рижской думы. И второе, что советую посмотреть на страничке Госагентство «Алтум», там, по крайней мере, программа кредитования. Если вы хотите модернизировать свой дом и улучшить, скажем, окружающую среду, то «Алтум» предлагает гарантированное кредитование. Что туда нужно смотреть? Там не помощь на сегодняшний день, а кредитование. А, ну то есть получается, что нужно отдавать будет эти деньги. В любом случае деньги отдавать надо. Потому что бесплатного ничего не бывает. И даже когда была, открыта линия софинансирования или грантов для утепления домов, там же тоже 50% надо было самим носить. Деньги всегда надо. Готовьтесь жить на свой карман.
А если обращаться в Алтум, то там высокие проценты? То есть насколько выгоднее там банк? Там гарантированный государством, там специально, опять-таки, там специально там условия меняются, но в принципе там кредиты, если вы их получаете, то они гарантируются государством, постоянная процентная ставка и специальная процентная ставка, которую там банки предоставляют в рамках этой программы. Дальше уже все зависит от вас. Величины, платежеспособности и так далее. Очень много вопросов, нюансов. Ну, последняя программа, которая была для благоустраивания и так далее, она специально была выпущена, она, скажем так, прямым образом даже не связана с энергоэффективностью, а просто с восстановлением домов и их улучшением, она была под специальную ставку 3% фиксированную. Да, но сейчас нужно брать всем, кто думает брать кредиты, из-за того, что творится в мире, сейчас и будет скакать ставка евробора. Да, если она раньше была там 0 кома, или даже отрицательная в прошлое время была, сейчас она уже 1 кома, там 25, по-моему, последние сводки были. И общался с Алтумом как раз прошлой неделе, и они говорят, слушай, ну в прогнозах давай ставь, что сама есть ставка, и есть добавочная евробор, может вырасти до 3%. То есть, ну вот, беря во внимание все расчеты, подумайте про это, да, что то есть, вот эти ставки, они могут вырасти также. Ну, это 6-7% годовых вырасти могут. Да. Но вы учтите, что сейчас месячная годовая инфляция 20%. При такой инфляции всегда выгодно делать работу сейчас, брать деньги вот 5-6-7-8% и отдавать их потом, потому что деньги теряют свою ценность, скажем так. Ну что же, надеемся, что мы тоже ответили на вопросы. Людям будет понятна сама стратегия действий. А вот если мы говорим про аварийные работы, вот вы упомянули о том, что аварийные работы, получается, что нужно заявлять и вообще получать только на следующий год их выполняют. А вот если действительно, ведь ну, планируются запланированные работы на год ремонтные, а вдруг возникает какая-то вот аварийная ситуация, что нужно срочно, там планировали ремонтировать подъезд, а вдруг потекла крыша, и вот как действует в этой ситуации? Есть требования норматива, у собственников квартир есть обязанность обеспечить неотложный ремонт здания или непредвиденный ремонт здания. К этому там есть, опять-таки, норматив, где перечислены все эти случаи. По-крупному это нарушение в тепловодоснабжении, это угроза повреждения здания ввиду проникновения влаги или каких-то других воздействий внешней среды из-за не, скажем, нецелостности конструкции и какие-то дефекты, которые могут представлять угрозу жизни людям, угрозу жизни или здоровью. Вот это все собственник квартиры должен обеспечить немедленно. Поэтому, несмотря на все планы, обычно домоуправление, когда возникает, ну, или протечка с крыши, или там прорыв трубопровода, или еще что-то, там, засорение канализации, то домоуправление применяет меры по устранению немедленно. То есть возникает ситуация, сначала аварийная ситуация останавливается, чтобы минимизировать ущерб, а после этого этот дефект устраняется. И обычные собственники квартиры обязаны оплатить это без решения собрания. То есть это сразу делается, это сразу никто ничего не обсуждает, никто ничего не делает. И поэтому, когда мы говорим об аварийных работах, ну, можно сказать так, что есть состояние здания, которое требует неотложного ремонта. Ну, скажем, ремонт швов. Ну, необходимо сделать, но прямой угрозы это не создает. Но такие работы нужно переводить в планы. А вот когда такая аварийная ситуация, когда в результате повреждения наступает, ну, начинает причиняться ущерб зданию, это нужно делать немедленно, оплачивать, и даже если нет денег на накопительном счету, то просто-напросто в следующем месяце или в ближайшее время выставляется дополнительный счет. Но нужно рассказать, наверное, Сергей, про очень интересный случай в Риге, городе, да, где нам обратились старшие по дому. То есть тоже был конкретный адрес, где было понятно, что ну, где-то ближайшее там, будущее в течение лет 5
ближайших, ну, нужно было бы хорошо бы поменять крышу. Есть и технические заключения, и так далее, и вариант. И вдруг в этой крыше в одном месте начинает течь, и дом управления делает что? Она меняет всю крышу. То есть не локализирует конкретную утечку. Всем владельцам потом выставляют очень большие счета, и как бы наоборот говорят, вот, ваша доля по этому аварийному работу там составляет 1500, да, но у вас есть вариант неотложного платежа, поделить этот платеж там на 12 месяцев такой процентной ставкой, да. Ну, мы посоветовали жителям этого дома это так просто не оставлять, так как, ну, вот, действительно, про аварийные случаи идет, скажем так, речь об аварийном случае, да, там, где вот что-то протекает, локализация и устранение этого. Но это не значит, что там, если проблема в 2 квадратных метрах крыши, что нужно менять всю крышу полностью, да, и вот можно просто так делать. Да, это неотложная работа, да, но это не аварийная работа. Здесь тоже есть какая-то грань всему этому. Но здесь насколько большие масштабы. Айвар, могу вступить с тобой в дискуссию. Если мы имеем в виду шиферную крышу, допустим, то, чтобы заделать дырку, надо до нее добраться. Пока ты добираешься, старый шифер весь рассыпается. Поэтому здесь масса вариантов, но, в принципе, я соглашусь в одном. Нельзя подменять непредвиденный ремонт аварийный, когда чисто течет, с плановым ремонтом. Там, Сергей, конкретно в том случае, мы хорошо помним, что это был не единственный случай этого домоуправления в городе Риге, да, то есть они таким образом просто уже методично начали поступать, чтобы просто, скажем так, увеличивать свой оборотный капитал и выдавливать с него прибыль максимально. Тут только одно могу сказать. Мне странно тоже логика жителей, которые знают, что надо ремонтировать крышу, они упорно голосуют. Пока подождем. Подождем чего? Ну, это часто. Ну да. Айвар Гонтарев, Сергей Сидорко отвечают на ваши вопросы. Я напомню, что можно писать 2-3-0-6-1-9-1, писать заранее тоже ваши вопросы задавать, или звонить 67-212-93-9. Вот тоже продолжая тему ремонта, мы все знаем, что, да, лоджии, вот застеклять нельзя, что-то меняет, но это относится к внешнему виду фасада. А вот с окнами можно ли что-то, ну, то есть тоже менять кардинально, например, какие-то вставлять вот не просто новые окна, но и, может быть, там вместо 4 створок там ставить 3, какие-то вот изменять такого рода конструкции? Давайте скажем так. Лоджии, если есть общий проект на остекление дома, то лоджии остеклять можно. Должен быть общее проектное решение. Оно не сложное, оно недорогое. Хотите остеклять лоджии, примите решение, сделайте проект и дальше остеклять можно. Если мы говорим о переплете окон, то есть о рисунке окон, то есть общий норматив. Менять без проекта фасадное решение здания. Хочу напомнить, что фасад у здания с 4 сторон, все 4 стены являются фасадными. На самом деле менять произвольно нельзя. То есть, если вы меняете у себя в квартире окна, то вы вот этот переплет, эти деления должны сохранить такие, какие они были в оригинале. Либо тогда у вас на весь дом должен быть новый проект, и всем нужно делать единообразно, согласно проекту. Какие ограничения у нас существуют? И рисунок окна менять нельзя. То есть рисунок окна тоже относится к фасадному решению. Здравствуйте, доброе утро, добрый день. Доброе утро еще раз. Господин Сидорко, застекление лоджии, да, недорогое и вроде несложное. Но невозможно практически найти архитектора, кто берется сделать вот этот проект. Так это в Риге есть, в таком случае. Спасибо. Не знаю, я нашел архитектора. Не могу сказать. И они делают проекты, надо просто. Соответствующей специализации не надо искать архитекторов, которые строят замки света. Есть архитектурное бюро, которое занимается мелкими проектами. Ну и тут... Хотя я бы здесь согласился с радиослушательницей, что городу на 6 проектов, типовых проектов зданий,
которые фактически вот эти вот серийные постройки, там 6 проектов, город мог бы заказать централизованные проекты остекления, ничего бы страшного не произошло. Там всего-то 6 небольших эскизных проектов. Ну, про это мы и говорили раньше в наших передачах, потому что это требование города, и город должен, скажем так, постоянную линию, вот говорить, вот так должны выглядеть эти улицы, эти серии домов и так далее, а не мучить жителей с этим вопросом каждый раз. У эстонцев так. Ты заходишь в интернет, берешь типовой проект и просто говоришь, что я буду делать по такому проекту. Все. Тут, можно сказать, крик все-таки не то чтобы о помощи, но вот продолжая тему динамической балансировки, спрашивает, что вот слушатель все-таки не понял. Пожалуйста, объясните вот очень просто, можно или нет вот устанавливать динамическую балансировку в доме, где нет аллокаторов? Вот есть, и второй подвопрос, есть ли резон или нет? Можно или есть ли резон? Давайте еще раз отвяжемся от аллокаторов. Я хочу сказать так, если у вас в системе отопления потоки меняются, то есть у вас есть регулировка, которая заставляет поток то увеличиваться, то уменьшаться на радиаторе, то есть есть регуляторы тепла на батареях, то тогда есть смысл ставить динамическую балансировку. Если у вас этих регуляторов нет, то у вас постоянный поток, и эта динамическая регулировка, ну, будет стоять в стационарном режиме. Поэтому я бы советовал так, наверное, не по радио выяснять, но есть фирмы, но я, извините, я обычно, меня консультирует фирма Danfoss, это одна из, ну, один из немногих поставщиков этого оборудования. Не сочтите за рекламу, но обратитесь, они вас проконсультируют. Дальше вы будете поставщика выбирать сами. Ну что же, надеюсь, все мы рассказали, все объяснили. Мне показывают, что время программы уже завершилось. Спасибо огромное. Председатель правления Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко и специалист с опытом управления домохозяйствами Айвар Гонтарев отвечали сегодня на ваши вопросы. Огромное спасибо. Всего доброго и до следующего понедельника. До свидания. До свидания. До свидания. Радио Болткома.